Отгадайте, пожалуйста, Завгар, о каком времени года идет речь? С каждым днем все холоднее, солнце греет все слабее, всюду снег и хохрома, значит, нам пришла зима! Да, классный, зима пришла. Ребята, назовите, пожалуйста, зимние месяцы. Скажите, пожалуйста, какие явления природы вы можете назвать? Волшебный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, кто рисует узоры на наших окнах? Мама. Мама, правильно. Кирилл, объясни, пожалуйста. Капельки и падают на стекло, а стекло теплое, а на улице холодно, и замерзают и приглашают в дом. Правильно, молодец. Они соприкасаются, и у нас получаются такие узоры. Значит, кто рисует на наших окнах? Мороз рисует. Правильно, молодцы, умнички. На прошлом занятии мы с вами познакомились с известными художниками. Да? Мы рассмотрели картины. То есть у нас вот такую картину красивую «Зима» нарисовал Алексей Кондратьевич Саврасов. Следующий зимний пейзаж нарисовал Юрий Юрьевич Велер. Зимний пейзаж нарисовал Иван Августович Перец. Палов Эдуард в лесу «Зима». Борис Кустадиев «Морозный день». И Салат Левитан «Лес зимой». Скажите мне, пожалуйста, какими красками они рисовали? Правильно, они использовали такие цвета, как голубой, коричневый, белый цвет, синий. Правильно? Для того, чтобы изобразить, нарисовать зиму. А теперь мы встанем на физкульт-минутку. Немножечко расслабимся. А в лесу мороз и ветер, там в лесу гуляют дети. Ручки-ручки потирают, ручки-ручки согревают. Мы похлопаем ладошки, мы похлопаем немножко. На мороз теперь не страшно, всем весело попляшем. Все, молодцы, молодец. Ну, а мы с вами рассмотрели творчество художников, и на прошлом занятии сегодня мы с вами представили, да? А сейчас мы с вами попробуем нашу новую технику рисования ватными палочками. Сейчас каждый из вас берет кисточку, да? У вас на столе у каждого есть заготовочка. Нужно положить листочек по вертикали. Берем черную краску. Да, берем черного цвета краску. И мы с вами рисуем ствол дерева. Вот, смотрите, у меня листочек расположен по вертикали. То есть у меня внизу лежит снег, а здесь у меня дерево. Все правильные листочки сложили? Да. Сейчас мы рисуем ствол дерева.
кстати, мы рисуем веточки дерева. Веточки рисуем кленовыми деревьями. Затем рядом мы рисуем чуть поменьше деревца. Еще одно. Все нарисовали. Кому помочь? Проверяем, чтобы они у нас ровненько лежали, как карандаш. Молодец. Вот. Берем белого цвета гуашь. Гуашь белого цвета. Да. И смотрите, как я начинаю рисовать волшебное дерево. Я окунаю краску. Немножечко в воду, если у нас краска застыла, да? Мы заполняем все пространство. Вот, смотрите, как у меня получилось. Чтобы задумать черноту, которая у нас будет, делаем работу в этом году.
Вот
Очень красиво. И реснички нарисовала даже. А у меня улыбка там. Да, да. Вот такой. Да. Ой, не такие глазки красивые. Не понравилось. Понравилось? Сейчас каждый подходит ко мне, и я вашу работу подпишу.